А чё почём, друзья, с вами, как обычно, Мистер Сафарис, и мы продолжаем играть в Need for Speed Underground 1. И сегодня мы сразу же начинаем с самых любимых категорий, ну, по крайней мере, у меня, не знаю, как у вас. Это уже можете написать в комментарии, я вроде не видел комментариев. Кому что нравится в этой игре больше всего, там, кольцевые гонки, спринт, драк, дрифт. Ну, мне больше всего драк и дрифтинг вставляет, потому что это всегда необычно, это всегда круто. Так, думаю, начнем с вот этого драга, потом дрифт, потом драк, а потом уже посмотрим, что нам дадут. Давай пляши, счастливчик. Ну-ну-ну. У меня есть то, что тебе нужно, но это не бесплатно, усёк. Что-то нам пацан там втирать начал, что-то там у него есть. Блин, надеюсь, не гашиш. Окей. Так, ну, драг-рейсинг это я люблю, но не на этой карте. Ох-ох-ох-ох, вот это... Ё-моё, а как тут надо было переключиться? Да, кстати, ребят, сразу можете уже обратить внимание, на какой мы машинке. Я тут, ну так, слегка поднаиграл в нее времени, потому что... боялся, что не успею заснять для вас нормально всю Need for Speed. Но все-таки у меня сейчас время есть еще. Ха-ха, ушатался, лошара. Ё-моё. Не-не-не-не-не-не-не! Сосок верблюда, не надо, нет, нет, ну, блин, неончик вздернул, ну, как вот так, как не он обошел Эклипс? Чё за магия, ему по-любому феи Винкс помогли, отвечаю, потому что это не, ну, Unreal, чтобы не он обошел Эклипс. Так, ну, тюнинг Эклипса вы увидите чуть попозже, потому что я его так, чуть-чуть затюнил, у нас еще новый тюнинг открылся там, я пока играл вне серии, да ё-моё, чё так донно? Непривычно на нем драги, я еще не участвовал, только купил, считай, этот эклипсяру. What the fuck, ты так летишь-то быстро. Блин, слишком поздно, ну зашибок. Ну и че, я тебе так и буду в задницу смотреть? Давай-давай-давай, на нитросе прям, оп, в полетике. Найс, все, 27 секунд, сдернули. Фух. Ну, как вы видите, я такую выхлопуху поставил знатную на Эклипс. Видите, вон спереди я ему капотик такой сделал. Решил не оставлять капот без покраски, но сделать его хоть каким-то рельефным. И бамперок, думаю, подходит к Эклипсу. Так, 4000, да-да. О, подсветка уровень 3. Кстати, давайте зайдем. У нас там тюнинга уже открылась, стайлинга именно дофигища. Поэтому можно зайти. Ну, смотрите, вот из передних бамперов для Эклипса пока что, вот кроме этого бампера, в принципе... вообще, вы смотрите, да? Вообще ничего нету. То есть вот это пока что, для, как по мне, самый лучший бампер. Задний у меня стоял вот такой бампер вроде на него раньше. Но это от другой машины стоял. Но потом я решил сменить на этот, потому что как-то более так это... а то жопа слишком огромной выглядит. Боковые у нас не открыты нифига. Спойлеры тоже маловато открыто. Поэтому пока что так. Диски у нас эксклюзивные, с миссии выиграл. Так, аксессуары, у нас подсветочка открылась. Давайте посмотрим, мигающая, надеюсь. Ну-ка. О, да, красная мигающая. Еее, бордовая мигающая. Что это, у нас вся максимальная подвесочка? Подсветочка, точнее. Не, давайте красную, в тему машины. У нас Эклипс черно-красный, поэтому будем красную мигающую, четко. Так, также я открыл фары, но... а, ну да, они максимально тут открываются один раз в игре и все. И вот, если честно, тут надо вот так смотреть. Я даже не знаю, какие фары лучше. Уже можете написать в комментариях, какие вам понравились. То есть, он сверху посмотреть можете название и написать в комментариях, какие вам больше всего понравились. Блин, не знаю, вот эти не подходят сюда. Мне кажется, вот эти вот, вот. Прожектор самый вроде топ для передних фар. А задние. Давайте посмотрим, как сзади смотрится. Так, вот так именно нужно чекать. Ну, выхлоп огроменный, конечно, вообще. Ой, так, какие фары? Не, ну вот это уродство, конечно, не фары. Я думаю, ребят, либо стандартные оставить. Вы можете также написать в комментариях, можете стандартные оставить. Но я, наверное, вот на такие заменю. Вот эти не в тему, и эти тоже. Наверное, вот такие поставлю, они хоть как-то в тему. Так, тонирование это все херня, это нам не надо. Аппликации тоже ничего не надо, потому что это я уже засталил без вас. Так, соревнования, давайте дальше. Дрифтинг. Дрифтинг это стихия Эклипса, поэтому погнали. Сейчас тут нафристайлим как надо. Итак... блин, нравится он, как он спереди выглядит, этот Эклипс, четко. Еще эти дискари эксклюзивные. Даже их менять не хочу. Уже, наверное, третья машина, на которой я езжу. И не меняю диски, потому что, ну, диски вообще офигительные. Они просто огроменные. И там нормальных дисков-то еще и не открыли просто. Не на что менять. Пока что это самые крутые диски в игре для меня. Ой, хорошо зашли, слушайте. Я, кстати, на этом Эклипсе недавно дрифтил. Блин, за заход вот так вот боком... нет, набирал по 27к, не шучу, если честно, вот
не шучу. Он очень дико набирает просто. Я думал, он хуже, чем RX-7 дрифтит. Нет, он наравне, наверное, с RX-7 фигачит. Очень хорошо, задний привод мощный у него. И главное, ручником еще отрабатывать. И, в принципе, ой-ой-ой, можно заходить очень классно. Ну, вот сейчас 9 косарей мы набиваем, но это, конечно, детский дрифт какой-то. 9 косарей на Эклипсе, это, ну, блин, несерьезно. Карта неудобная еще. Вот там была карта круче, на которой я набивал. На этой карте мне как-то неудобно вообще набивать большое количество очков. Так, отлично, 7. Блин, ну, надо хотя бы 9600, чтобы уже X5 поднять. Во-во-во, давай-давай-давай-давай-давай. Yes. Отлично, теперь у нас хоть X хороший. Давайте вот так. Оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай. Блин, не успел. Ну, 12 кассика вы видели, нормально. Во-во-во, колоссально, да-да-да-да-да. Все, почти 2 царика аж набили. Сейчас, наверное, за стиль получим офигенно. 12 кассиков опять. Но я думаю, это вообще лайкуха, ребят. Смотрите, как Эклипс просто боком идет. Так вставляет на нем дрифтить, просто. По сравнению с предыдущими машинами, Акура, всякие Субару, все это Ниссаны. Это все была херота. Вот открылся Эклипс, все. Эра дрифта открыта. После того, как Эклипс открывает нам в игре, сразу же эра дрифта начинается совсем другая. Прям огромные очки начинают течь. Стиль куча получаем, все четко. Потому что до него пока что все, которые были тачки, даже заднеприводные, они дрифтили, ну, так себе. Тысяч 10, но больше ты нормально не набьешь. А вот RX-7, когда откроют, о, это просто будет божественный дрифтос. Так, заезд окончен, найс. Ой, прям кайфанул, слушайте, реально кайфанул. Так, 350-й, Z был, Supra. Supra, кстати, я не знаю, как она здесь дрифтит. 240SX у меня был, он не очень дрифтит здесь, если честно. Странно, вроде дрифтовая точила. В жизни ее используют для дрифта. Чаще, чем Eclipse, но здесь она не очень. Так, ладно, давайте, 84К. Аппликация, та-та-та. Ничего интересного. Машина рода зомби? О, Toyota Supra открыли, нифига себе, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, насколько лучше Supra у нас, потому что я не уверен, что она у нас особо прям лучше. Так, где она у нас? Supra, 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 вот она. Ух ты, ничего так, а ну-ка. Слушайте, вот, ребят, опять же, можете в комментариях писать, стоит нам брать Supra. Хотя все равно я, наверное, потом на следующей серии опять с какой-то левой тачки, незнакомой вам, начну. Ну ладно, все же можете в комментариях написать. Управление у нее немножко хуже, но скорость побольше. Или же все-таки оставить достаточно сбалансированный Eclipse, у которого и скорость, и управление на высоте. Потому что вот на Supra управление уже хромает, хромает. А как она вообще выглядит-то? Ну, блин, выглядит она, конечно, блин, классно. Supra люблю, четкая тачка. Не знаю, уже на ваше усмотрение. Если захотите, сменю, если достаточное количество комментариев будет. А, ну все, у нас пока тут больше особо нету. Так. У нас, кстати, журналов куча, я понаполучал здесь. Супер Стрит с Эклипсом. Уже вот реально, смотрите, вот эта обложка уже Real неплохая. То есть куча уже тут обложек. Эту я уже вам показывал вроде. Ну, короче, много обложек. И, в принципе, они почти одинаковые некоторые есть. Окей, так, что у нас дальше по рейтингам? Мы уже 6-е место в кольце. 7-е спринт, драг рейсинг 7-е и 6-е дрифт. Найс, найс, найс. Ладно, давайте... А, что хотел-то посмотреть. Из карьеры давайте ливнем. А, рода зомби, а, вот его. Роб зомби 350Z. Ясно, ясно. Кстати, это если кто не знал, они, конечно, слабенькие, вы видите по характеристикам. Они просто донные машины. Но у них тюнинг просто на высоте. То есть тебе дают просто как призовые тачки за победы там над некоторыми противниками. Вот такие вот тачки. У них стайлинг просто максимальный. Просто, ну, видите, ультра. Просто офигенные покраски, все это. Которых вроде даже не найдешь потом в уникальных. Поэтому они, так сказать, в свое время уникальные эти тачки. Вот этот Eclipse тоже, смотрите, просто какой тюнинг на нем навешен это. Ну, дискари, кстати, у меня такие же, поэтому не настолько он уникален. И бампера, мне кажется, да, бампера такие откроются потом. Также вот Honda Integra, она тоже, ну, вот этого вообще затюнена дико, всегда меня доставляла. Но они все, ну, мега слабые. Ладно, все, давайте продолжаем карьеру. Драг Рейсинг, погнали.
Ой, я только сейчас обратил внимание, что у нас, оказывается, сложность средняя стоит. А где, когда-то ее поменял, походу, и теперь забыл на высокую поставить. Надо будет на высокой. Никаких хар... Надо хардкор, только хардкор. Гонщики мы или где? Ого, Акура, ты че так улетаешь? Нифига, Зет! Ты фига себе 350-й пошел. У него еще нитрос. Да вы че? Офигеть, не... вот это... Ребят, ну это я даже не знаю, что нам делать-то. Скорость у нас как бы не маленькая на этой тачке, ё-моё. Что делать-то у нас? От нас просто уходят они вдаль. Все, на безупречный надо. Сейчас они, конечно, на нитро вперед полетят, но мы тоже не пальцем деланы, надо... Все, даем нитро. Ох, блин, слишком поздно. Хреново, хреново сделал. Не-не-не-не, нет. А, нет, ну что вы. А, чё такие быстрые, куда? Жесть. Капец, какая скорость. Я не посмотрел, какую мы скорость даже развили. Это чё-то ад вообще. Вы чё такие делаете меня? Жесть. Мне походу, надо стартовать везде безупречно. Или переключаться хотя бы везде безупречно, иначе мы не выиграем. Прикиньте, это средний уровень сложности, а вы видели, как они улетают? Я не верю, что у меня настолько донный эклипс. Все, все нормально. 300 километров в час? Мы же вроде разгонялись в прошлом драге больше. Странно. Эдди теперь на вершине. Остальные предпочитают просто с ним не связываться. Окей, ну теперь... Кстати, Сталинг, видите, вроде я так постарался, вроде неплохо. Со Сталингом вышло. Синяя и красная такое перечеркиваются. Прикольно вроде. Но вот фары что-то не в тему. Хоть убирай их, если честно. Так, аппликации опять. Ничего нового не открыли, окей. Так, о, ребят, вот сейчас вот будет... У нас сегодня серия, я смотрю, прям развлекалово дикая. Дрифтинг опять. Причем, смотрите, какая карта. Просто ад. Погнали. Высокий. Че, мы дно, что ли? А то на среднем уровне сложности даже неинтересно как-то. У нас фальстарт был, видели? Мы скатились. Не, не на ютубе скатились. Хотя это тоже скоро будет, но... О, слушайте, тут такая прям змейка. Ой-ой-ой-ой. Я эту карту, кстати, вообще не помню что-то. Вау. Я что-то ее забыл, редко на ней играл, походу. Вау, вот блин, как она с низов берет в дрифте, это просто, посмотрите. Эклипс просто не хочет прекращать дрифтить, вы посмотрите. А, блин, с 20 косарей сбил. Офигенно, ну, не знаю, ребят, пока что лучше машины я не пробовал. RX-7, наверное, может лучше, но пока что в дрифте лучше всех просто контролится и управляется. Это Эклипс, не знаю, он просто... Ах. Я просто оргазмирую от его дрифта, вы посмотрите, это ну мега. Он проходит идеально, я его кидаю с ручника. Ой, ну ладно, здесь я переборщил, здесь не ручник нужен был. Ручник для резких поворотов, здесь переборщил немножко. Ну вот эти все, они на высоком мы сейчас играем, но они как бы сосут конкретно. Вот эти они 30 кассиков там набили, да? Ну, начинаю выпендриваться, да, вы заметили. Вау, ну как мы сейчас, смотрите, очков жалко не дали. Мы сейчас так продрифтили же, офигенно. Вот здесь, помните, как снизу вышли? Вообще, смотрите, просто держит на низах. Так, не-не-не, здесь... Сейчас уже что-то плохо здесь сделали. Ладно, все. Вот, вот, зашли, отлично. Не успеваю иногда перекладку сделать. Вот этот круг надо хотя бы попробовать хоть раз идеально пройти, тогда будет прям, вах, самый сок. Тихо, оп, перекладочка. Ес, давай, блин, вот. Все это горка не дала мне нормально перекладку. Так, змейка. Блин. 9 кассиков слили. Окей, опять у нас очки стиля уже, кстати, набились офигенно. Ой, блин, как он на низах-то тянет. На первой передаче дрифтится прям вообще идеально. Ну, конечно, тут дают, чем больше скорость, тем больше очков. Но все же. Смотрите, как он тянет.
Блин, можно всю трассу, мне кажется, на нем, если приноровиться, можно всю трассу, мне кажется, в дрифте спокойно пройти, и как бы норм тебе будет. Нет, 17К, блин. Ну да, бывает. Слишком я это, ручника дал хардкорно. Так, давайте попробуем вот здесь войти. Да, блин, ну что-то как-то он иногда то с ручника дергается идеально, то как олень какой-то дергается. Сейчас вообще не хотел боком идти. Странный клип, ты чё? Обиделся, что ли? Или слишком гордый стал? Последний, четвертый круг. Пытаемся набить, думаю, 200 кассиков. Потому что нас догоняет потихоньку, как вы видите, он уже 126 косарей, а у нас 176. Ой-ой-ой-ой, на тормозах вот. Тормозить, кстати, нельзя, я понял, почему нас разворачивает. Тормозить не стоит. Можно ручник дергать, но только не тормоза. Тормоза у нас начинают и передние схватываться, и нас разворачивает просто. Ой-ой-ой, класс, класс, класс. Давай, 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 держи, держи угол. Блин, не успел перекладку, не успел. Оп, да ёшкин, матрёшкин. Тихо, тихо. Ой, давай, давай, давай. Блин, хотел идеально войти, но немножко не фартануло, не прокатило. Оп, 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 давай, давай. Не-не-не-не. Но вот на большой скорости вы видите, да? Не хватает все-таки оборотов, мне кажется, на высокой скорости. Он, видите, не тянет. То есть боком идет, но как на первой, он не колесами не шлифует, как на первой. Потому что на второй, на третий не тянет. Он захватил первые места во всех дисциплинах. Короче, все плохо. Да мне пофигу, я это так отхвачу все. 112 косарей стиля, мы очень много подняли. Так, аппликация уникальная, класс. Это на следующую тачку примерим, если что. Аппликация Scorpion X-Housed. Ничего себе. Ага. О, покраска уровень 3. Найс, сейчас можно будет покрасить в черный получше. Окей, давайте посмотрим, что за цвет. Так, давайте заценим, что нам там за в Сталинге за цвет. Покраску дали. О, глянцевый уровень 3, в принципе, в смысле. Покупать надо. О, слушайте. Ну, тут черного цвета как бы нету нужного. То есть тут есть красивые зеленые цвета вот такие. Но нам-то черный нужен, поэтому как бы да. А если металлик? Кстати, я металлик черный не смотрел. Жемчужный, вау. Слушайте, а смотрите, какие жемчужные цвета красивые. Но это не для нашей тачки сейчас. Металлик давайте ей фигарим. Вот диск, я не знаю, на черный поставить, что ли? Мне кажется... Хотя давайте, да, сменим, а то красные... Нормальных красных нету. И спойлер тоже, он что-то не очень. Так, ну двигатель у нас красный, все норм. Суппорта красные, насадка глушителя. Ну, черный можно, но нет. Пусть будет выделяться, пусть красненькая будет. Так, ладно, давайте. О, турнир спринта. Ну что ж, давайте его пройдем, что ли. Потому что как раз будет для серии четченько. Высокий, погнали. Я думаю, вам интересно будет посмотреть, как Эклипс у нас тянет просто в уличных гонках, а не в дрифте или дракрейсинге. Ох, мигающий неон, это просто рай для глаз. Просто супер. Просто, сука, супер. Окей. Так, вот эти деревья, блин, я их так запомнил еще с детства. Все время, когда я еду мимо них, они прям это, раздражение вызывают у меня сразу. Потому что я помню, как я в них постоянно врезался, когда играл. Да и сейчас, в принципе, тоже бывает. Едешь, едешь, вылетаешь, и прям в это дерево. Вот. Знают разрабы, где поставить, чтобы... Ох, ох, бочком немножко навальнули. Оу! SX, куда погнал? Стоямба. И да, ребят, кстати, я вроде как вам обещал, я сделаю потом серию, как пройдем Underground, где будет полностью... Ух ты! Будет полностью тюнинг всех автомобилей в игре, то есть их 20 автомобилей, и мы их будем тюнинговать. Ну, как я... Я могу, да, вы знаете, я люблю колхозить тачки, но, может быть, вам и понравится тюнинг, и посмотрим, как же можно будет... Самыми последними комплектующими их затюнить. Думаю, это будет прикольно, серьезно. Так, чё я его не понял, вы чё? Хватит меня дергать, чё-то они сложные на высоком. Команда SX, блин, японцы понаехали. Хотя, в принципе, я тоже на японской же, на этой, на Эклипсе. Чё я тут выпендриваюсь-то?
тут достаточно много японских. Ой-ой-ой, точил в этой игре. Ну, в то время-то они в основном и были все гоночные. Блин, ну нифига себе. Ну, блин, это капец, ребят. Это конкретное сосалово. Вы... Чё творится? Просто высокий уровень сложности, это жесть. Он меня просто дергает, этот поц. А, слушайте, а на втором месте можно финишировать? Карта не лучшая. Просто карта вообще не лучшая. Чё, мы не пройдем так? Или первые места обязательно нужно? Я уже не помню просто. О, следующий этап можно. А, у нас по итогам всех этапов место дают. Окей, ладно, давайте дальше. Ну, у меня есть, честно, такое ощущение, что просто у нас не открыли еще, то есть, третий уровень движка. И мы не можем его вкачать, а у них стоит уже третий уровень движка, как мне кажется. Потому что, ну, вы видите, они давят просто нереально. Я просто догнать вот этот SX, который был на первом месте, не могу, если он, конечно, в повороте не тормозит. Он просто уходит вдаль, и то, что я разгоняюсь там до 300 км в час, ему вообще нассать. Он там прет, блин, офигеть. Несправедливо. Так, сейчас у нас будет дорога SX. Я надеюсь, вы занижены полностью, чтобы вас тут пузико-то вам почесало хорошо. Вот мне это чешет тут хорошо очень пузо. Ой-ой-ой, хоть от первого лица делай, потому что... Ох! Не, давайте от первого лица, здесь удобнее от первого лица. Чтобы не развернуло. Да и так, скорость чувствуется лучше. Ой-е, полетик, сколько, 150 будет? Нет, не будет. Ладно. Так, ну пока что они сосут. Хорошо, вот чем я люблю спринт, это то, что не нужно повторять одни и те же места, то есть места... Ой-ой-ой! Что это было сейчас? Нифига себе, мы юлу сделали! И нас еще на 360! Вот это за это лайк, ребят! Ну и опять SX просто от нас улепетал вперед, ему нормально. Так, ну мы сократим, мы-то умные ребята. Сейчас как, наверное, шлепнусь. Вот ненавижу я заднюю... Ой, сподкидывает, ну блин. И все, да, соснем опять. Ну, короче, если мы здесь проиграем, то я перепройду уже без вас. И, может быть, на более маленьком уровне сложности. Но вы видите, это просто сосамбо. Конечно, я сейчас ошибку допустил, да, согласен. Но и трафик, конечно, нам не помешал сейчас. Мы могли сейчас впереди вырваться их. Но трафик, такой трафик. Блин, может быть, здесь их догоним, а? О, смотрите, всю тьму их догнали. Ну-ка, ну-ка. Да уйди ты в баню. Иди в жопу. Так, ну-ка, 240, идем. Давай, в жопу тебе дышим. Не иди нафиг. Оп, бочком зашли. Не-не-не-не-нет. Уйди, уйди нахрен, я первый, да. Фух. Слушайте, это было потно, если честно. Я думал, мы их не вздернем, но они как-то замедлились, и мы их вздернули. Но они на... Тюнинги вообще на офигительном, просто на офигительном тюнинге, я вам скажу. Нормально. Хорошо, я его просто там ударил. Мне кажется, он из-за этого понизил. Ладно, давайте в следующий этап. Итак, ну блин, смотрите, вот у них, да, у них последний тюнинг. Прям я узнаю эти бампера. У них последний тюнинг, извините за шмыргание носом немножко. Насморг. Так, все, нормас. Ну и клипс как стартует, меня прикалывает. У него аж задницу сносит, когда стартует. Оп, я думаю, что вы не будете против этой гонки от первого лица, потому что так, когда нужно тащить, так реально удобнее. Рассчитывать даже те же заносы почему-то удобнее. Не знаю почему, но реально удобнее, то есть. Реально. Оп, тихо. Опчик, хлопчик, где твой копчик? Потому что все, я топчик. Вот так вот надо рифму делать. Так, тихо. Вот хорошо оттормаживает. А, блин, что-то я не ожидал. Стоп, а мы по этой трассе не ездили. Такое ощущение, что не ездил я по этой трассе. Я этого прыжка не помню. А, нет, помню. Окей. Мы просто в обратку едем. В обратку я еще не ездил здесь. А, нормально. Можно так. Ох, хорошо здесь наполированная плитка нас прям боком несет. Так, нитро у нас еще в запасике есть. Буду его хранить, чтобы еще их вздернуть в конце. По-любому они... О, хорошо, слушайте, на тормозах очень элегантно входим на Эклипсе.
Вы сейчас, наверное, заметили, вот, почувствовали тоже. Не знаю, насколько на Ютубе это передастся, но вот чувствуется. Оп! Вот даже сейчас почувствовалось. Мы тормозим и начинает сносить нас. То есть мы немножко бочком заходим. Таким легким бочком. Но очень контролируемым бочком. Вот мне нравится за это Eclipse, потому что даже когда тормозишь вот так вот без стабилизации, я ее так и не включал, кстати, да. Играем по хардкору. И вот начинает заносить, и вот у некоторых тачек разворачивало меня. Вот Eclipse, хоть он и заднеприводный, но нет, нифига, он, то есть, схватывается вообще. Оп, вот нас опять сейчас понесло вроде боком. Но нет, он подхватил, и все ок. Так, иди в баньку. Баньку, парилку иди, сказал. Так. Нитро, все, здесь по прямой. Ах ты, скотина! Я надеюсь, это было нормально. Не-не-не-не-не, ну пожалуйста, ну нет, Сикс, тормозни. Пипец, ну просто. Вы понимаете, насколько конченые боты? Это просто я не могу. Боты, вы просто конченые уроды. Если у нас еще один этап есть, то нам фартануло, конечно. О, открыли трансмиссии, наконец-то. Да уж, статистика, и чё я? Второе место, да? Ну ладно, чё, немножко денег меньше, я так понял, получил. Ой, ладно, спринт дальше у нас. Ладно, ребят, думаю, на сегодня хватит. Немножко вот так заплашали, но это полный хард, как вы видели, турнир. Поэтому ладно, с вами был, как обычно, Мистер Сафари. Пишите комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями, пусть тоже ностальгируют. Ставьте лайк, конечно же, и кто здесь впервые, подписывайтесь на канал. Всем покедова!